Привет всем любителям мототехники. Вот и закончился сезон 2017 для кого-то, а для кого-то еще нет. Но все-таки, как-никак, уже октябрь месяц и скоро уже пойдет снег. Кто-то будет кататься до конца, ну а кто-то уже поставил свой мотоцикл в гараж, как и я. И начинаем подбирать себе экипировку на следующий год. И я начал выбирать себе, так сказать, шлем. Мне очень приглянулся Шуберт, а именно новая модель Шуберт R2. Очень интересный шлем, тем более много отзывов в интернете и от людей, которые катаются в этих шлемах, что у них очень хорошая аэродинамика и очень развита шумоизоляция. В этом шлеме, говорят, вообще не слышно почти своего выхлопа. Поэтому решил поближе рассмотреть новую модель R2. Шуберт R2 – это интеграл, городской интеграл, шлем более универсальный. Этот шлем можно использовать на любых мотоциклах, будь это родстер, нейкед, туристический, даже на спортбайках. Как и у всех Шубертов, здесь отличная шумоизоляция, как пишут на сайтах, конечно же. К сожалению, мы не можем его пока попробовать. И внутренности бесшовные, то есть очень удобные, очень мягкие, даже на ощупь сразу ощущается по сравнению с другими марками шлемов. У шлема также присутствует нижняя вентиляция и очень, скажем, большой поток воздуха может попадать вам в верхнюю часть шлема, где он проходит по затылочной части и отлично охлаждает. Шлем очень красив, очень хорошо выглядит. Также у него есть небольшой спойлер, который уже, скажем так, интегрирован в кузов шлема. Смотрится очень стильно, очень классно. То есть шлем по внешнему виду действительно выглядит современно, стильно. Что еще интересно, что у этого шлема очень большой визор. Он обеспечивает классный обзор. Вам неважно, едете вы в классической прямой посадке, либо вы наклоняетесь на спортбайке. К сожалению, есть небольшой минус. На многих модельках шлемов мы уже привыкли к тому, что у них есть выдвижные очки, либо визор темные. Здесь его просто нету. Поэтому вам придется либо менять визоры, ну, либо что-то придумывать. Еще один приятный бонус у этого шлема, то что у него сразу вставлены микрофон, антенна и наушники под его систему гарнитуры. То есть здесь у нас находятся небольшие заглушечки, в которые мы вставляем гарнитуру и можем пользоваться ей. Нам не нужно ничего дополнительно приобретать. Достаточно оригинальной гарнитуры. Конечно же, Шуберт имеет европейский сертификат безопасности, у него достаточно прочная скорлупа, из которой он сам состоит, ну и также есть экстренное снятие шлема, есть система, вернее, для экстренного снятия шлема, если вдруг вы попали в аварию, ну, либо для других каких-либо целей. Что касается застежки, застежка сделана из металла, и застежка достаточно простая и самая надежная, что можно устанавливать на эти шлема. Я думаю, что я остановлюсь именно на этом шлеме, чтобы следующий сезон начать с комфорта, удобства и вот с этого мягкого, очень приятного, приятного материала, которым обшита внутренность этого шлема. Если вам интересно какой-либо шлем, либо какие-то гарнитуры, пишите, оставляйте комментарии, мы будем рассматривать более подробно, рассказывать, как это работает, как подключать. Нам очень нужна обратная связь, поэтому пишите в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы мы вам рассказали поподробнее. Всем пока!